Здрасте. Добрый вечер. Добрый вечер. Тимур сегодня не вечер. будет. Не будет, жалко. Да, он там с инкоматом воюет. Угу. А можно с вами несколько минут после пары по поводу диплома поговорить? Давайте. Хорошо, спасибо. Ну давайте еще подождем, чуть-чуть, может быть, Рустам придет еще. Угу. Вот Рустам дождались. Ладно. Так, Рустам, добрый вечер. Вы слышите? Здравствуйте, слышу. Так, значит, смотрите. В прошлый раз что у нас было главное? Мы с вами рассматривали Профиль, которым для данного X, значит, X – это данное слово, а так называемый профиль PX, он состоит из всех таких пар I и же для которых у X есть описание как бы из двух частей. То есть первая часть – это множество, содержащее X, Значит, его сложность не превосходит i, а алгоритм размера не превосходит g. Ну, то есть, иными словами, само множество не больше, чем 2 в степени g элементов. Ну и мы говорим, что a, значит, вот это описание множества a и g-битный номер x среди элементов a образует полное... Описание x, потому что по этой информации x можно найти. И нас интересовало для данного x, при каких и такие описания существуют. Значит, возникала какая-то граничная кривая, ну, замкнутое верх множество. Нас интересовала ее граничная кривая, и мы знаем, что она довольно сильно убывает вот эта граничная кривая, ее производная должна быть меньше минус, либо равна минус единице. Здесь мы и я... А изображаем на этой оси, то есть c а сложность а, а здесь g, то есть логарифм мощности а. И мы выясняли, что вообще любые такие простые кривые возможны в том смысле, что если задана простая кривая, которая значит, начинается вот здесь с уровня не выше n, то существует слово, у которого вот граничная кривая отличается от этой не более чем на О большой от логарифма. И это слово имеет длину. Я. Теперь мы хотим аналогичное описание получить для другого профиля. То есть понять, какие профили бывают. Я напомню, вот второй профиль, который мы рассматривали, QX мы его называли он состоит из множества таких пар I и ежи, у которых, для которых существует А, содержащий Х, у которого сложность тоже не превосходит И. но вместо логарифма мы берем дефект случайности, ну, который мы будем защищать D от X, обозначали вот так. Логарифм размера минус сложность. И вот это не должно превосходить и ну, здесь тоже возникает вот такое... Ну, сейчас здесь циата, мы отмечаемся с дефект случайности. Тоже замкнуто вверх множество. И мы хотим понять, какие множества возможны для слов x длинные. И сегодня я объясню, какие возможны. Оказывается, более-менее все возможны. Никаких ограничений. И чтобы это доказать, удобно рассмотреть некоторый третий профиль, который тоже сам по себе даже интересен. Он называется МДЛ-профилем. Значит, МДЛ – это сокращение такого принципа в статистике, который называется минимум Description length. Значит, давайте я расскажу сначала некоторое историческое отступление. Что это за принцип в статистике? Вот представим себе, что у нас есть, мы хотим описать некоторые x, и у нас есть семейство статистических гипотез. Вы Значит, чтобы задать одну гипотезу, надо какое-то количество битов. Ну вот, мы, значит, будем мерить, так сказать, сложность этой гипотезы, ну, как обычно. Это первый параметр гипотезы, который нам важен. А второй параметр – это насколько она хорошо описывает x, то есть каково Т, вероятность x относительно этой гипотезы, это второй параметр. И вообще-то мы хотим вот этот параметр максимизировать, сделать побольше, как в методе наибольшего подобия. А вот этот вот поменьше. То есть мы желательно нам значит найти гипотезу, для которой их имеет большую больше вероятности, при этом попроще. Предполагается, что в нашем семействе есть разного типа гипотезы. Есть очень сложные, есть очень простые и так далее. Ну вот, например, пусть у нас это Бернулевское распределение. Каждое Бернулевское распределение, слава длинные, сдается одним числом. Теперь это число можно задать точно, ну, действительным числом. Задав очень много его цифр, то будет сложная гипотеза. А можно задать его не точно, то есть взять близко к нему, тогда будет меньше цифр. Соответственно, у нас вот даже в таком простом примере бывают гипотезы разной сложности, ну и, соответственно, для них, для каждой из них, их имеет какую-то вероятность. Так вот, минимум, вот этот минимум description length предполагает сравнивать гипотезы по этим двум параметрам, объединив их в один. А именно вот такой, c от p, плюс логарифм единицы на p и t от x. Мы хотим сделать поменьше. То есть это как бы вот эта сумма состоит из двух частей. И то, и другое, и та, и другая, другое слагаемое, чем меньше, тем лучше. Ну, потому что минимизация первого слагаемого – это минимизация сложности гипотезы. Минимизация второго – это то же самое, что максимизация вероятности но вот если мы хотим как-то гипотезы сравнивать по одному параметру, а не по двум, то предлагается вот такой параметр, и он соответствует количеству битов, которое получится, если описывать x, описав гипотезу и задав ну, как говорят, код Шинона-Фано, он имеет вот столько битов. Сейчас я покажу. Вот код Шинона Фано если известна уже гипотеза, он имеет вот столько битов, сколько здесь написано. Значит, логарифм двоичный. Вот. И поэтому это называется принципом minimum description length. Сравнивать гипотезы по вот этой сумме. Значит, в нашем случае мы решили ограничиться гипотезами которые есть просто равномерное распределение на конечных множествах, тогда у нас просто гипотеза – это конечное множество, значит, а вот эта самая сумма – это c от плюс логарифм просто мощности а. Значит, в нашем случае, который мы рассматриваем, речь идет о минимизации вот такой суммы. Значит, что можно сказать про… Uh, uh, этот минимум, uh, мы уже выясняли, что он не может быть меньше, чем сложность x, потому что если x принадлежит а, то отсюда следует, что c от x не превосходит c от a плюс сложность x при известном а. Но это всегда так, любого а. Но если при этом x принадлежит а, то сложности x при весмане превосходит логарифм а. То есть это можно ограничить сверху c от а плюс логарифм двоичный Значит, вообще говоря, это верно с логарифмической точностью. То есть сюда нужно добавить о большой от логарифма n. Но сейчас давайте игнорировать это. То есть вот эта сумма минимальная, возможная длина описания, вот, как говорят, двухчастного описания, состоящего из описания А и номера x в A, не может быть меньше вообще минимальной длины описания, которая сидит c от x. И наиболее хорошими, мы говорим оптимальными описаниями, являются вот такие А, для которых это примерно равно определение. Мы говорим, что А оптимальная Оптимальных может быть много для Х. Ну, или точнее не описание, а оптимальная гипотеза для Х статистическая. Гипотеза или модель? x, если ну, если Х, конечно, принадлежит А само собой и вот цитата плюс логарифм мощности а примерно равно С. 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 Это, конечно определение неточное потому что здесь примерно равно, равно написано но пока нам здесь точные определения не нужны они тут точное утверждение появится позже ну и возникает еще следующий конечно вопрос вот среди гипотез мы должны отобрать те, для которых вот это минимально возможно. Значит, замечательно, если нам удастся приблизиться к c от x. То есть, если в нашем семействе гипотез есть оптимальное. Но если не ограничивать семейство гипотез, рассматривать все множество, то оптимальное, конечно, всегда есть. Это синглитон x. Тогда c от a будет равно просто c от x, а логарифм A будет нулево. Но среди оптимальных гипотез мы вообще-то хотим какую выбрать, у которой сложность самая маленькая. И вот это называется оптимальной достаточной статистикой. Вот такая гипотеза, которая, с одной стороны, оптимальная, а с другой стороны, среди оптимальных, у нее сложность наименьшая, а соответственно логарифм мощности наибольшая. Значит, оптимальная гипотеза. с минимальным ЦАТа называется минимальной достаточной статистикой МДС, кратко. А вообще, вот оптимальные гипотезы также называются достаточными статистиками еще. Вот. И возникает такой вот вопрос. Вообще говоря оптимальная гипотеза, вот минимально достаточно статистика может быть достаточно большой. Но здесь, вот когда мы говорим об этом, здесь очень много, так сказать, неясностей, слишком много приблизительных равенств. Дело в том, что вот если в этом приблизительном равенстве фиксировать эпсилон, которая, значит, говорит, насколько левая часть больше правой, то для каждого эпсилона будет своя минимальная достаточная статистика. И она вообще может изменяться с изменением эпсилона. И может даже очень так неприятно расти. Эпсилон увеличился совсем чуть-чуть, а, миним... а, а вот САТА для э, минимальной возможной САТА уменьшилась резко. Поэтому вообще говоря, вот все это лучше изображать таким профилем, который называется мдл профиль и вот я сейчас изображу, значит, он называется О ОХ, у нас было P, x, q QX и вот ОХ. Это множество таких пар и для которых существует А, содержащий x у которого сложность опять не меньше А. У нас, как всегда, первый аргумент И, e. это всегда э, э, граница сложность гипотезы. А вот второй параметр у нас будет теперь вот разница, насколько А оптимально, то есть С от А плюс логарифм А минус c от Х должно быть меньше либо равно e. Вот это, это называется дефект оптимальности А. Так, только меньше жи. Значит, это называется дефект оптимальности нашей статистической гипотезы, дефект оптимальности нашей модели. И вот у нас опять на плоскости возникает. А, извините, вы скобочку не закрыли. Да, это верно. Так. Вот. Значит, возникает опять на плоскости вот такое множество. Вот здесь мы будем отмечать c от A. Значит, давайте дефект оптимальности тоже как-то обозначим. Он похож на дефект случайности, поэтому мы возьмем букву дельта. Там D было, а здесь дельта. x. Вот мы будем обозначать его вот так. Это вот c от плюс лога. Минус сложность x. То есть насколько мини... вот длина двучастного описания с помощью множества близка к сложности x, насколько оно минимально возможное. А здесь вот отмечать дефект оптимальности x а относительно x. И возникает опять вот некоторое множество у x. Значит, что мы про него знаем? Если в качестве А взять синглитон X, то дефект оптимальности нулевой, потому что тогда C от A равно C от X, алгоритм A это 0. То есть вот эта вот граничная кривая, она пересекает, выходит на ось абсцисс где-то левее уровня, который есть сложность самого X. И вот, это вот, вот этот уровень, где она впервые, так сказать, подходит э, очень близко к оси abscess, это и есть минимальная достаточная статистика. Так сказать, самая лучшая модель во всех смыслах. Вот. Так вот, сегодня мы хотим доказать, что вот это множество, оно на самом деле с логарифмической точностью для любого слова x длины n совпадает просто с qx, вот с вот этим множеством, которое было вот здесь. Вот, вот у нас qx. Оказывается, qx и ox это одно и то же. Это основная теорема на сегодня будет. ну примерно, то есть вот э, э, давайте я напишу примерно, значит с точностью до o большого вот, логарифма длины х, то есть эти множества отстоят друг от друга, ну если это граничные кривые, отстоят друг от друга на расстоянии не большего, о большой от лога, и вот э, мы это сделаем с помощью э, а, собственно, извиняюсь. А второе утверждение, более простое, оно будет связывать О от X и P от X. То есть вот этот профиль... P от x, вот это вот множество, оно оказывается с Q от x и с o от x, Расположено во взаимнозначном соответствии. Ну, что это значит? Имея одно множество, вот p от x, мы можем O от x и Q от x найти довольно простым там, афинным преобразованием. И в обратную сторону тоже. А, вот. А, то есть а, давайте начнем со второго. Вот как, зная P от X, найти. О от X и наоборот. Сейчас я объясню. Так, сейчас правильно перелистну Правильно. Значит, связь П от X и О от x. Более-менее связь такая. Вот представим себе. То у нас известно о x, значит мы знаем, что вот это здесь мы zeta, здесь дефект, это оптимальность x отмечаем. Вот знаем эту кривую. Тогда чтобы получить p от x, нужно сделать следующее, нужно нарисовать вот от уровня c от x вот такую диагональ. А дальше вот эту вот кривую просто вот прямо перенести сюда, над диагональю. То есть вот если у нас есть какой то и, не превосходящее c от x, надо взять вот это расстояние, ну давайте ее дельта назовем. И вот на этом же дельта, на этом же состоянии просто добавить сюда дельта. То есть как, как бы эту кривую надо только смотреть. У нас был сначала нулевой такой кусок. Соответственно, она будет сначала идти вот так вот, а потом только отойдет. Может, я плохо нарисовал. Значит, вот здесь какой-то будет это у нас Место, ну давайте он назовем М. Это минимальная достаточная статистика. Вот до этого места у нас будет как бы превышение над диагональю нулевое, а потом начнется, вот пойдет вверх. Вот это вот дельта. А значит, точное утверждение выражается следующей теоремой. значит, если какая-то пара, ну давайте, ежи. Сейчас. Может быть, лучше не в ту сторону. Вот как лучше написать значит вот это у нас px вот у нас значит смотрите давайте я нарисую какую-то пару и же ну скажем на границе вот и вот же если какая-то пара и же принадлежит p от x то отсюда следует что пара и и плюс G минус C от X принадлежит OX. Ну вот что это такое? Мы складываем И плюс G и вычитаем C от X. Значит, это иными словами просто насколько G лежит над диагональю. Если бы И плюс G было в точности равно C от X, то это значит, что пара и G лежит вот на диагонали такой, ну, а если и плюс же больше c от x, то это вот в точности превышения. И вот тогда вот это соответствующее и и плюс же минус вот это c от x, то есть это превышение, попадает в у x. Это первое утверждение. И обратное к этому. Если наоборот, вот такая пара попадает в OX, то наоборот, ИЖ принадлежит PX. Но, правда, в обратную сторону, с, небольшой, с небольшим искажением. Было бы замечательно, конечно, если бы было тогда и только тогда. Но сюда приходится добавить о большой отлог n, где n длина x. То есть получается, что э, вот такое финное преобразование из ижи делается и и плюс g минус c от x переводит одно множество в другое. Так, ну вот я сформулировал утверждение. Оно очень простое, но прежде чем доказывать, все-таки хочу, чтобы было понятно. Рустам, понятно, о чем речь? Кажется, понятно, да. Вот. Значит, ну давайте докажем. Вот в это, это направление, оно очень простое. Значит, смотрите, что значит, что пара ежи принадлежит p x? Реально это означает, что есть некоторое множество а, содержащее x, для которого сложность не больше и логарифм размера не больше g. Просто по определению вот этого px. Ну вот тогда для этого A, дефект а, 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 оптимальности, он как получается? Если сложить c от A и лога, получится не больше, чем и плюс g. И вычесть c от x. Ну вот, значит, дефект оптимальности этого самого. A Никакого другого нам даже и искать не надо. Не превосходит и плюс g минус... Там вроде g. дельта, а не d. Да. А, да, здесь дельта точно. Надо писать дельта. Не превосходит и плюс g минус c от x. Ну значит, поскольку сложность у нее не больше и, а дефект оптимальности не больше и плюс g минус c от x, мы прямо получаем, что эта пара лежит вот от x. То есть в эту сторону никаких сложностей. Но в обратную сторону чуть-чуть придется нам множество подправить, возможно. Значит, в обратную сторону теперь давайте. Вот известно, что такая штука лежит вот X. Значит, давайте все-таки перейдут, тут места мало. Значит, известно, что I, I плюс G минус C от X лежит в x Что это реально означает? Что есть A, содержащий X, у которого сложность не превосходит I, а, значит, мощность не превосходит 2 в степени I плюс G минус C от X. Вот. Значит, теперь смотрите. Если бы так оказалось, что мощность А не превосходит на самом деле 2 в степени G, в принципе, это почему не быть, то тогда все хорошо. Значит, тогда что же получается? что э, у нас э, это самое А и годится как свидетель того, что пара ежи принадлежит ПХ. Тогда ежи принадлежит ПХ. И доказывать просто нечего. Поэтому интересный случай, когда мощность А больше, чем 2 в степени ежи. Ну вот пусть она теперь больше и пусть она равна там 2 в степени g плюс k какое-то. Или я. Но нам не нужно точно ее мерить. Там с точностью до в два раза годится измерение. То есть, строго говоря, нам кстати, приблизительно равна с точностью до в 2. Тогда само А уже, конечно, не будет свидетелем ничего. Но тогда надо просто А поделить на части размера 2 в степени g. Тогда мы просто А как это мы делали уже один раз, разделим на части размера 2 в степени g. Вот это а, мы его делим на части размера 2 в степени g и берем в качестве b часть, которая содержит x. Тогда что можно сказать про сложность b? Сложность b не превосходит сложность а. Ну, еще надо задать номер, но частей у нас будет m. 2 в степени m. Значит, мы делим на части 2 в степени g. Значит, частей 2 в степени m. Плюс m, ну, с точностью до Тут точность будет, ну, потому что нам надо как бы двухчастное опять описание из двух частей для b составить, а писать а этот номер. Ну, но чтобы разделитель между двумя частями еще задать, нужно, например, лог g информация, но это укладывается в лог, который мы разрешаем себе. Ну а размер B, он как раз равен 2 в степени G, как нам и нужно было. И надо только заметить, сейчас я неправильно сказал, что... Вот это вот неправильное неравенство, нам его недостаточно. Сложность B можно ограничить как сложность A плюс M. Тут важно, что сложность A может быть значительно меньше I. Она и. Она и должна быть значительно меньше и. Вот давайте я это напишу. C от A здесь плюс M. И дело вот в чем, что ведь нам известно, что мощность A. Вот, вот, вот это неравенство надо сейчас использовать. Нам известно, что мощность А, которая равна 2 в степени а, и плюс g минус сложность x она по совместительству, ну, которая не превосходит, извиняюсь, она по совместительству равно 2 в степени g плюс m, да? А, извините, я сейчас запутался, я понял, где я запутался. Запутался я вот прямо здесь. Что-то меня никто не подправил даже. Вот смотрите. Нам известно, что есть А, содержащий Х, у которого сложность не превосходит И, и не мощность превосходит этого. Это же О от, речь идет об o от Х. А нам известно, что сложность плюс логарифм размера не превосходит, минус С от Х не превосходит вот этого. То есть вот это вот условие я совершенно по аналогии с предыдущим неправильно написал. Из этого у меня сейчас просто я сбился. Сейчас исправлю. Вот нам известно, что c от а плюс лог минус c от х, они превосходят. И плюс g минус c от x. Ну, c от x здесь, естественно, надо сократить. И, и дальше мы знаем, что лог а – это g плюс m. То есть вот это сейчас нам тоже нужно стереть. Нам известно, что c от а плюс g плюс m – не превосходят и плюс g. Ну вот g теперь мы можем сократить, и мы увидим, что c от a плюс m не превосходит и. То есть, иными словами, нам известно было, что сумма сложности логарифма размера не превосходит и плюс g. Но раз логарифм размера на i на m битов больше, чем g, ну, на m больше, чем g, то чтобы это неравенство было верно, c от a должно быть, наоборот, меньше на m битов, чем i. Поэтому у нас есть возможность увеличить сложность a на m битов, получив множество сложности не больше, чем мы, но с точностью до логарифма. Таким образом, у нас получается c от b не превосходит i плюс log m. Следовательно, сложность b не превосходит i плюс u от log То есть мы из нашего a изготовили новое множество b, у которого сложность все еще не превосходит И, e, а логарифм размера не превосходит G, ну, с логарифмической точностью. Но это нужно делать только когда А большое. Потому что раз А большое, то из-за того, что у него сложность плюс логарифм размера маленькая, следует, что у него сложность маленькая. А значит, ее можно увеличить за счет уменьшения логарифма размера. Вот такое рассуждение. Так, Рустам, понятно это? Кажется, что да. Вот, таким образом, вот смотрите, у нас получается такая довольно простое соотношение между этим и этим. Если мы знаем это, то мы просто можем нарисовать вот это множество. Если знаем, значит... Если знаем вот эту, вот эту кривую, мы ее можем просто вот так сдвинуть и получить эту, ну и в обратную сторону. Ну, преобразование это описывает p от x через O от x, значит, всюду, но в обратную сторону, значит, просто, ну тут видно, что мы, зная O от x, Можем P от X найти всюду. Значит, в обратную сторону как бы у нас не совсем так, потому что э, э, в обратную сторону это будет, значит, по P от X. Мы можем найти O от X, просто обратным преобразованием. Но только вот на этой части, левее C от X. Ну а правее C, C от X мы все равно знаем, что оно нулевое. Тут его искать не нужно. Тут, тут граничная кривая, она обязательно так идет. Поэтому нам важно было только, что происходит левее c от x, а здесь по p от x можно найти o от x и назад. Вот. Это простая часть. А вот сложная часть – это что u от x совпадает с логарифмической точностью с q от x. Что в сущности, вот смотрите, нам дает очень много – Значит, любое из этих трех множеств O от X, P от X и Q от X с логарифмической точностью э, задает любое другое, ну, два других. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы знаем, что P от X может принимать все возможные формы, ну, лишь бы эта форма была простая с логарифмической точностью. Отсюда следует утверждение, аналогичное для O от X и Q от X. То есть, какую бы мы вот такую бывающую простую кривую не взяли, можно построить x, у которого o от x имеет эту граничную кривую с логарифмической точностью, граничной кривой вот эту. Ну и, и, тоже q от x, потому что они близки. То есть, эта теорема дает полное описание профилей и o от x, и q от x это, это я имею в виду, вот эта теорема, которую мы еще не доказали, вот сейчас мы и приступим к ее доказательствам. Значит, теорема. O от x и o от x отстоят друг от друга на у большой от лога где на длина x вот Значит, в одну сторону это простое утверждение. А именно, что вот у от x включено лога на окрестность. У от у иксовая. Значит, что это реально означает? Это означает следующее. Что вот что значит, что какая-то пара и же принадлежит у x? А это означает, что существует а, содержащая x, для которого сложность не превосходит и и м -м, этот самый м -м, дефект оптимальности, то есть дельта x известно ма, который есть c от а плюс лога минус c от x не превосходит g. Вот. Но оказывается, что дефект случайности, он всегда меньше дефекта оптимальности. И поэтому прямо-таки отсюда будет следовать, что и дефект случайности x в A тоже не превосходят, жи, но с логарифмической точностью. Я не буду сейчас писать, от чего сейчас разберемся. Значит, нам нужна вот такая лемма, таким образом. Дефект случайности всегда меньше дефекта оптимальности. Значит, с, а, плюс минус c от x всегда меньше либо равно а, значит, дефекта случайности. То есть лога минус c от x привестным а. Ну, с некоторой точностью. Давайте сейчас разберем, какой. доказывает Ну, вот видно, что вообще в этих в левой и правой части есть лога, который входит и туда, и туда, его можно просто сократить. Значит, если мы вопрос сократим, то у нас получается такое неравенство. То есть, подождите, нам в другую сторону нужно. Что дефект случайности не происходит дефект оптимальности. Вот в это, конечно. Вот. Но сократить мы можем в любом случае. Но дальше у нас после сокращения получится такое неравенство если перенести положительный, ну, перенести там вот то, что с минусом в другую часть, у нас получится такое не раньше, что c от a плюс сложность x при известном a, значит, больше либо равно, чем сложность x. Вот. Но это очевидно, значит, чтобы задать x, нужно задать a, и задать x при известном а. То есть это неравенство очевидно. И верно оно с точностью, ну вот, нужный разделитель между ними. Для этого c от x при известном а нужно записать в префиксном коде. Для этого дополнительно нужно логарифмическое количество битов от сложности x при известном а. Но сложность x при известном а уж точно не больше сложности x, которая не больше, чем n. То есть это верно с точностью до o от лога n как обычно. Поэтому у нас здесь просто будет вот точность O от log n. Значит, если какая-то пара I, G лежит в o и X, значит, есть множество сложностей не больше I, у которого дефект от не больше G, а тогда и дефект случайности тоже не больше G плюс O от log n. То есть получается достаточно G увеличить на log n, чтобы попасть в qx то есть первое утверждение оно очень простое так а сейчас надо перерыв сделать давайте перерыв и будем уже в обратную сторону Так, теперь нам нужно обратное включение доказать, что вот О от X. Сейчас O от X. Наоборот, Q от X. Вершино в О на окрестность. Px. Вот это вторая часть. Первая часть мы доказали. Здесь вот вторая. Значит, здесь уже так дешево не получится. Значит, ну что было бы дешево? Вот нам известно, что существует а, содержащий х, у которого сложность не превосходит. И, и дефект оптимальности, дефект случайности не превосходит G. Но э, в ту сторону мы говорили, что дефект, оптим, э, дефект оптима, случайности он всегда меньше дефекта оптимальности. Да вот в обратную сторону это неверно. Значит, бывает так, да, мы хотим доказать, что существует какое-то другое B. у которого сложность тоже не больше, чем и, ну, с каким-то доб небольшой добавкой, а уже дефект, оптималь... дефект оптимальности xb не превосходит g тоже с какой-то добавкой логарифмической. В качестве b не всегда можно взять a, потому что бывает так, что дефект случайности маленький, а дефект оптимальности большой. Вот смотрите пример. Пример это множество, A, которое содержит x, у которого дефект оптимальности существенно меньше, дефект случайности существенно меньше дефекта оптимальности. А это можно сделать пример таким образом. Значит, берем. Ну, надо, надо нам найти x и a. Для этого возьмем пару слов x, y n, которые случайно и независимы. То есть сложность пары близка к двум n. Максимально возможная. А возьмем равным 0,1 в степени n без этого x, без y. Ну, оно содержит, естественно, x, то что x не равно y. Давайте. Вот. Значит, теперь смотрите, что получается. Дефект, когда мы считаем дефект случайности x в A, мы пишем, что это примерно равно y. E. Ну, потому что это логарифм мощности А, это примерно n. E. Минус сложность х предвестном а. Теперь а это по существу у вас только информация, чему равно y. Сложность х предвестном y за счет того, что x и y независимо, они равно n. То есть это равно n минус сложность x предвестном y. Это n минус n равно нулю. Ну, все эти равенства, они неточные, но, по крайней мере, они доказывают, что дефект случайности x в он очень мал. А дефект оптимальности, наоборот, очень большой будет. Он есть, опять же, N, логарифм мощности а, плюс сложность самого а, которая примерно равна m и минус сложности x, которая тоже примерно равна n. Получается n плюс n минус n равно n. То есть дефект оптимальности максимально возможен, он равен n. Ну, на самом деле, конечно, можно было бы больше сделать, если взять уж совсем какие-то вычурные множества. Но в общем, очень большой. Дефект оптимальности может быть совсем большой, если сложность множества очень большая. Но нам удалось как бы искусственно повысить сложность множества до N. Могли бы и до 2N, если бы захотели. До 3 и так далее. Но вот этот пример показывает, что дефект случайности, он может быть значительно меньше дефекта оптимальности. Поэтому в эту сторону мы не можем сказать так, что возьмем в качестве свидетеля малости дефекта оптимальности то же самое множество. Нужно это множество как-то менять. При этом понятно, как его надо менять в этом конкретном примере. Надо просто в это А добавить изъято Y, мы уменьшим тут же сложность этого А на n битов, и все сойдется. Дефект оптимальности боже, тоже будет почти ноль. Но это в этом примере так было просто. В общем случае у нас не получится так, таким простым изменением э, исходного множества сделать э, дефект э, оптимальности тоже маль. Значит, здесь у нас будет плюс немножко. Вот я говорил здесь, я не уточнил. Что это? У нас всегда логарифмическая точность. И здесь, вот, и, и, и здесь, и здесь это будет большой от логарифм. Итак, нам это B нужно построить каким-то хитрой процедурой. Значит, что это будет за хитрая процедура? Значит, прежде всего вот давайте разбираться, просто перелеснем назад. Вот у нас была лемма. В левой части у нас был, в правой части дефект случайности, в левой дефект оптимальности. И мы видели, что дефект случайности всегда меньше дефекта оптимальности. Давайте поймем, когда он бывает значительно меньше. Значит, видно, что разница между двумя величинами это вот что это c от а минус c от x плюс c от x а. Вот давайте это перенесем сюда и напишем так. Сейчас, на шестнадцатое. На пятнадцатое, да значит, дефект. Сейчас. У нас меньше. Да. Дефект оптимальности минус дефект случайности. Значит, это что такое? Давайте просто еще раз напишем. Дефект оптимальности это c от плюс лога минус c от x. А дефект случайности это лога плюс c от x при известном а. мы знаем, что это не отрицательная с логарифмической точностью, но сейчас нам нужно более точно понять, чему она равна. И здесь мы будем использовать вот теорему Колмогорова-Левина. Значит, смотрите. Это равно c от а плюс c от x при известном а, которое равно сложности пары x а минус сложности x. И опять же, по теореме колмогорова Левина, сложность пары XA x а минус сложность x это то же самое, что сложность а при известном x. То есть разница между этими двумя величинами, это есть сложность А при известном X. Ну, с какой точностью тоже нам будет важно для аккуратного изложения. Значит, ну вот это с точностью, то у большого от логарифма сложности пары х. С такой точностью теорема магорова левина наверное. То есть, как мы вообще можем рассуждать? Если у исходного множества дефект случайности равен примерно дефекту оптимальности, там множество можно не менять. Вот у нас и получится, что для этого же самого это же множество и будет свидетелем малости дефекта также оптимальности, а сложность его маленькая, ну, просто по условиям. Ежели же это не так, то это значит, что сложность А при известном X довольно большая. И вот дальше мы хотим использовать этот факт, что сложность А при известном X большая для улучшения как бы А. Нам нужна такая лента. Значит, пусть А содержит x, оно является, как мы будем говорить, и же описанием, что сложность не превосходит и логарифм размера, ну пусть даже ровно равен g. Да и сложность можно написать, но лучше не превосходит и. А Ну, может быть, же нехорошо здесь использовать, потому что мы это ежи использовали. И, и мы использовали именно в этом качестве, а же мы использовали как границу для дефекта случайности. Ну, давайте другую букву возьмем, М, скажем. Ну, имеется в виду, что здесь, конечно, мы округляем до целого. То есть и М это целое. И пусть C от A, при известном X, велико, ну, равно какому-то К. Тогда мы утверждаем, что есть много таких, ну, а, вот а вот с такими параметрами содержащими x. Тогда существует не меньше, чем 2 в степени. Значит, я скажу много, это 2 в степени k примерно. Ну, если быть точным, отсюда надо вычесть о большое от логарифма. Ну, там, сейчас, наверное, и плюс n, сейчас уточним, множеств h' содержащих x с такими же параметрами, то есть, что c от a не превосходит i, e, а логарифм c от h' не превосходит n, e, а логарифм мощности h' тоже равно n. То есть, если э, есть какое-то множество А, содержащее X, э, данного размера, данные, данного размера и данной сложности, и при этом оно сложно относительно X, то таких множеств того же той же сложности и того же размера должно быть достаточно много, а именно примерно 2 в степени к. Ну, пока не должно быть понятно, зачем это нам Лемма нужна. Она нужна нам будет вот зачем. С, с помощью этой Леммы потом мы объясним, как изготовить нужное нам Б. Это такая промежуточная важная вещь. Вот. Значит, доказательство у нее на самом деле довольно простое. Значит, имея x, x здесь какое-то фиксированное слово, ну, длинные, считаемся там. Имея x, а также имея, ну, вот параметры и мы можем начинать порождать все такие h'. Ну действительно, мы можем просто запустить все программы в параллель и не больше i. Дальше, когда какая-то программа у нас остановится и напечатает список элементов какого-то множества h', а мы смотрим его размер, если у него правильный размер равен m, если оно содержит x, то такое h' а мы выдаем на печать. Итак, так мы можем порождать все такие а штрих. И пусть их количество, общее их количество равно там n большое. Значит, пусть их количество обозначим их количество n большое. Тогда наша а при известном x и m e, можно задать его просто номером среди всех в порядке появления всех этих H3. Значит, C от X при известном и нет, не C от X, а извиняюсь, C от A при известном X не превосходит логарифм A. Это сколько биток нужно, чтобы номер нашего А задать. Ну, еще надо и задать. Это это большой от логарифма. Там и и плюс логарифм М. Ну вот логарифм m на самом деле можно заменить на n, ну потому что а это множество слов длины n, у него логарифм не может быть больше n. Значит, здесь мы можем на самом деле это n, чтобы не возиться с ним, просто на n заменить. Но и e мы не можем вообще на n заменить, потому что оно по условию, в принципе, может быть очень значительно больше, чем n. Поэтому давайте с ним пока возиться не будем. А n мне не нравится. То есть m мне не нравилось в этой. Ну вот, значит, точность у нас будет логарифм и плюс m. Как раз, как мы хотели. И у нас получается сложность А при известном X, она как раз равна К по условию. И мы получаем как раз нужную нижнюю оценку для N. Значит, логарифм N не меньше, чем K минус что-то логарифмическое. Ну, значит, N не меньше 2 в степени K минус что-то логарифмическое. Вот и это Собственный конец. доказательства Лемба. Так, ну, значит, вопрос. Рустам, понятно Лемба доказательства? Да. Вот, э, это первая часть рассуждения. Э, вот э, теперь мы знаем, что если э, э, действительно дефект значит, оптимальности у А нашего исходного множества значительно больше дефект случайности, тогда много похожих множеств. А штрих покрывается многим похожим множеством. И вот теперь самое главное. Как мы будем использовать эту лемму? Значит, Конструкция B теперь дальше идет, содержащего X. Значит, запустим перечисление множества. Ну, лучше написать H3, чтобы не путать с тем, который нам было дано. С параметрами, что сложность H3 не превосходит и I. Вот так, ну, сложности А просто, которая не превосходит I. А логарифм размера такой же, как тоже у Но это мы обозначили через через Z. Uh, и uh, uh, просто будем, так сказать, их рисовать, объединять все. Вот и нам известно, что наше х покрывается этими множествами 2 в степени k раз. То есть оно принадлежит большому количеству таких множеств. Значит, х принадлежит многим h'. Наша лемма говорит многим, это значит 2 в степени k минус там О большое, ну, примерно 2 в степени К. Значит, на логарифм сейчас можно не обращать внимания, а там И плюс М. Плюс M. То есть вот давайте B просто составим из тех X, которые имеют такое же покрытие. B это те X штрих, которые принадлежат ну давайте это через n обозначим, не менее чем n разным а штрих. Примерно вот это будет конструкция B. Но это не совсем так. Значит, к сожалению, вот мы ни в какой момент вот это все объединение не имеем перед собой. Мы его можем только порождать и не знаем, в какой момент оно полностью порождено. Если бы мы могли вот его целиком увидеть, мы могли бы сформировать такое «Б». Значит, «Б» нам нужно сформировать в явном виде, просто как список. Но, к сожалению, если вот так его определить, то наше множество b не будет явно задано. Поэтому так мы не можем действовать, то есть мы не сможем оценить сложность его небольшим количеством. А нужно нам примерно, значит, что сложность b не превосходила И. Поэтому это мы отвергаем. Вместо этого мы будем делать следующее. Вот э, появилось первое множество штрих. Значит, э, давайте э, я прежде всего скажу, чего мы хотим от B, каких параметров. Мы хотим чтобы... Значит, цель такая, чтобы сложность B не превосходила и плюс там немного, а логарифм размера не превосходила вот то, что у А, М, минус k плюс немного. Значит, почему нам этого будет достаточно? Потому что, смотрите, тогда дефект оптимальный, ну вот сложность b плюс логарифм размера b будет i плюс m минус k, ну если игнорировать логарифм. Но i плюс m это аналогичная сумма для a значит, получится как у А исходного, но на К меньше. Таким образом, дефект оптимальности Б будет такой же, как у дефекта оптимальности А, но на К меньше. А теперь вспоминаем, что К – это как раз вот наша К, это есть сложность А при известном X. Это как раз то, насколько дефект у А, дефект оптимальности, был больше дефекта случайности. Поэтому, когда мы из дефекта оптимальности для А вычтем К, мы как раз получим дефект случайности для А. Так, таким образом, у Б дефект оптимальности будет не превосходить дефект случайности для А. Вот зачем нам это нужно. Я, впрочем, это все равно повторю потом. Итак, Конструкция B нацелена на то, чтобы получить множество, содержащее x вот с таким параметром. Значит, сложность порядка i, а, но ну, логарифм размера существенно меньше, чем у А. За счет чего это можно сделать? А за счет того, что в B мы будем зачислять только такие x, которые покрываются очень многими множествами h3. То есть смотрите, что мы делаем. Мы запускаем процесс порождения h штрих Получили первый h штрих но ничего пока делать не надо, потому что у нас нет x, которые покрыты много раз. Потом получили второе. И так дожидаемся до того момента, когда не появится хотя бы одно x, которое покрыто. Ну вот n раз, не менее n большой раз. Как только такое x появилось, мы все такие x режем на часть, на порции размера 2 в степени m минус k, но одна порция может быть неполной, и как бы упаковываем это наши бэшки будут. То есть план у нас такой. При появлении каждого нового H' мы смотрим, какие появились новые X', покрытые вот этими H', не менее n раз, их упаковываем в контейнеры размера M-K. Один контейнер будет неполный, возможно. И это будут наши контейнеры. И один из контейнеров заведомо будет содержать наши x. Потому что наше x как раз покрыто не менее m. Значит, в какой-то контейнер он попадет. Контейнеры будут как раз иметь размер 2 в степени m-k по построению. А, по То есть здесь как раз логарифм можно было даже и не добавлять. Вот в этом месте. Содру. Uh, ну, uh, и здесь будет не, бой, uh, не в точной разнице, а не больше, потому что один контейнер, но ну, вот по последний, будет не uh, полный. Теперь, uh, почему сложность B небольшая? Потому что общее количество контейнеров небольшое. Значит, вы... uh, сложность B uh, можно оценить так. Это логарифм количества контейнера. Потому что B это один из контейнеров. Контейнеры мы, как видно, тоже можем порождать один с другим. Поэтому достаточно задать номер нашего B. Значит, B это как раз тот контейнер, который содержит их, который попал X. Ну и еще нам нужно, чтобы запустить все это дело, значит, знать и МК. Значит, логарифм. И плюс М плюс К. Вот. Теперь сколько же у нас контейнеров? Значит, количество контейнеров. Их можно оценить как количество полных контейнеров и неполных. Значит, это количество полных контейнеров, плюс количество неполных. Теперь, их надо по отдельности оценивать. Значит, количество полных контейнеров, их очень просто оценить. А у нас всего в объединении всех аштрих, считая с кратностями, не больше, чем 2 в степени и плюс 1 это количество разных Аштрих. Умножить на 2 в степени m. Это размер каждого а штрих И мы, значит, в контейнере упаковываем только то, что покрыто n раз, то есть делить на m. Количество неполных контейнеров тоже очень легко оценить. Неполный контейнер появляется только при появлении нового H'. А в этом самом в нумерации, а это происходит там два в степени плюс один раз. Пересните страничку, пожалуйста. Вот, теперь давайте смотреть. А значит, что у нас известно про n? Значит, n не меньше чем. Значит, n это два в степени k. Что-то опять не сходится сейчас. Значит, два степняка, минус o, большое от логарифм там было, и N плюс i. Значит, поэтому первое слагаемое. Сейчас, давайте смотреть назад. А сейчас. Извиняюсь. Значит, не так. Да, действительно, я тут вот здесь я неправильно написал. Вот первое слагаемое. Давайте я сейчас исправлю. Вот это вот. Значит, второе было правильно, а первое неправильно. Значит, сначала я правильно написал 2 в степени и плюс 1 плюс m. Это просто общее количество элементов, считая с кратностями во всех элемент во всех это самое во всех в объединении множества h3. Теперь дальше мы интересуемся упакованным контейнером только то, что покрыто n большое раз. То есть дальше это надо разделить на n. Это я правильно сделал. Но дальше я забыл, что это все еще нужно разделить на размер контейнера. Еще это надо разделить на 2 в степени. Значит, контейнер у нас какой имеет размер? m-k. И вот как раз все должно сократиться. Значит, n это примерно 2 в степени k. Значит, давайте я напишу. Равно, значит, меньше либо равно. 2 в степени i плюс 1 плюс m. Дальше делим на n. То есть вычитаем k плюс добавляем o большой от логарифма m плюс i. и дальше считаем m, добавляем k. Ну, еще плюс 2 в степени и e плюс 1. Теперь смотрите, вот здесь как раз все, что нужно, все, все и сократилось. m сократилось с этим, k сократилось с этим, но остался логарифм m плюс i. E. Значит, таким образом, все у нас это получится не больше, чем 2 в степени и e, с точностью до О большого от логарифма М плюс И. Ну, там N плюс извиняюсь. А, поэтому а, сложность B не будет превосходить примерно И, ну, вот с точностью до О большого от логарифма там n ну, теперь только надо проверить, что, значит, k это там кратность была, она точно не превосходит n. k не превосходит n у нас. Дальше m не превосходит n. А i тоже можно считать, что не превосходит n. Сейчас я объясню, почему. И это была сложность исходного множества. Если она больше n, то вообще не надо морочиться со всем этим, а надо просто взять в качестве множества а синглитон x. У него сложность будет равна сложности x, что не превосходит L. А все дефекты, случайности оптимальности, вообще нулевые. Поэтому если исходное множество а имеет сложность больше n, то никакой техники нам не нужно вообще применять. А, и поэтому мы можем считать, что все параметры, которые здесь встречаются, не больше n. Ну и тем самым можно считать, что это значит не больше 2 в степени и плюс у от лога. И тем самым мы оценили сложность b, как мы и желали. Значит, вот у нас какая была цель. Сложность b мы оценили как i e плюс лог n, и по построению... Ну, b это одни, один из контейнеров, значит, у него логарифм размера m-k. Это конструкция b. Ну и а теперь вот самый конец, я еще раз повторю его еще раз. Значит, вот мы получили b, содержащий x. У него сложность плюс логарифм размера. не больше чем значит сложность не больше и логарифм размера это m минус k значит i это верхняя граница сейчас даже лучше Одну секунду. Да, лучше не так сказать. Значит, мы хотим здесь, чтобы получилась сложность А. Значит, лучше вообще делать так. Сложность Б надо ограничивать сверху, неправильно я сказал. Сложность А плюс лог Потому что сложность А, в принципе, может быть существенно меньше. Чтобы сошлось, значит, здесь лучше написать сложность А. Вместо И. Ну и везде, значит, нужно. вместо И. Давайте везде, вместо И. Напишу здесь сложность А. Вот здесь, здесь сложность А, а здесь сложность А. Тоже. Где тут еще сложность? А мы можем считать, что не превосходит Т. «э». Так. Да, значит, и здесь тоже. Но m это как раз логарифм размера. Значит, получается C от a плюс лога. Минус k. А k у нас было это как раз c от при известном X. Значит, и э, тогда, если просто вычесть из того и другого сложность X, то мы слева получим дефект оптимальности P. Здесь у нас будет, э, ну и здесь тоже c от x везде вычтем. Значит, здесь будет дефект оптимальности. -K. А минус К. А К это как раз ну, сложность с клессом А. Это то, насколько дефект оптимальности больше дефекта случайности. То есть здесь как раз получится дефект случайности. И все это с логарифмической точностью. То есть наша Б обладает тем свойством, что у него дефект оптимальности меньше дефект случайности А. А это и была наша цель. Значит, у нас э, было множество А с небольшим дефектом э, э, случайности, а мы его преобразовали в множество б yeah. а с небольшим, ну, с таким же, может быть, чуть, чуть, чуть большим дефектом оптимальности, не увеличив существенно сложность. Сложность увеличилась на о от лога. Ну, и дефект оптимальности тоже на о тем самым мы как раз доказали искомое включение, что значит, дефект э, вот этот вот у x включено в небольшую окрестность у x с точностью о большой от Вот наша основная теорема о близости двух профилей. Вот она формулировка, я напомню. Вот она. Вот эта теорема доказана. А, все ли тут понятно? Да. Рустам, что скажете? Вам понятно? Можете сказать еще раз, как мы считали контейнеры? Ну, как мы считали количество контейнеров, да? Да. А ну смотрите, как у нас такой вот, как бы поступают а каждым поступлением а штрих мы берем все X, которые много раз покрываются, принадлежат многим а штрих, их делим на контейнеры, на группы, на порции размера 2 в степени m минус k и запечатываем в контейнер. Значит, таким образом, при поступлении каждого нового h а у нас возникает один неполный контейнер, максимум. Неполный контейнер, значит, будет столько, сколько h а ну, то есть примерно 2 в степени m. А количество полных контейнеров можно оценить следующим образом, как общее количество иксов, которые много раз покрываются, деленное на размер контейнера. Давайте я сейчас напишу это еще раз. Вот смотрите. Помните, я и рисовал наше множество b. Это количество, это x штрих, которые имеют большое x штрих покрывается не менее чем n разными а'. штрих. Вот мы сначала оцениваем мощность b, как я хотел. Мощность b можно примерно оценить так. Это количество А', а -штрих, примерно 2 в степени И. А, ну, мы решили, что это будет САТА, извиняюсь. Умножить на а, размер каждого А' -штрих, это 2 в степени М. Ну, то есть это просто по-другому, это 2 в степени ЛОГА. И делить на мощность покрытия, то есть делить на М. Но примерно это будет, значит, 2 в степени c от плюс лога минус и e к -E наша. А к это как раз э, сложность а при известном x. Ну, примерно. Вот это мощность В. Теперь количество полных контейнеров можно получить, если мощность B разделить на размер одного контейнера. А размер одного контейнера это как раз обратное к этой величине. Значит, размер контейнера это m минус k. И когда мы разделим на размер контейнера 2 в степени m минус k, вот это сократится и получится 2 в степени c то есть размер неполных, количество неполных, полных контейнеров тоже ограничивается как 2 в степени c от А примерно. То есть наша хитрость была в том, что мы размер контейнера выбрали как раз таким образом, чтобы вот это лога минус c от а при известном x, то есть m минус k сократилось. И получилось 2 в степени со Сейчас. Ответил я на вопрос? Да, спасибо. Ну ладно, тогда все на сегодня. Спасибо за внимание. А... Да. А теперь, Георгий, давайте с вами обсудим. Значит, все остальные могут идти, а мы с Георгием обсудим его курсовую Давайте я запись включу, наверное.